В соревнованиях югостинские волейболистки принимали участие несколько раз, но команда в нынешнем составе в Самаре была только второй раз. Если в прошлом году они проиграли, то в этом они показали высокий результат. В турнире приняли участие 6 команд. За главный приз боролись команды Москвы, Оренбурга, Цхинвала, Кинель и 2 команды из Самары. Соревнования прошли по круговой системе. Очень довольна игрой моих подопечных. Хорошо себя показали, играли собранно. Был момент, когда проигрывали 12-0. Сама не поняла, почему. Пришлось брать тайм-аут. Внесла коррективы в игру. После эту партию выиграли со счетом 25-18. Там был московский тренер, который обратил внимание на 5 наших игроков и выразил желание забрать их к себе. Я, конечно же, буду только рада этому. Хочу сказать спасибо от Самазу Бибилову за оказание помощи в организации поездки и осетинской диаспоре за внимание. Организаторы турнира отметили специальным призом игрока команды из Цхинвала. Приз «Самый универсальный игрок» получила Елизавета Таттаева. В прошлом году на этом турнире мы проиграли команде Самары, но сейчас взяли реванш. Мне понравилась моя игра и игра команды. У нас дружная команда. За счет этого и выиграли. Как отметила капитан команды Мария Хубулова, команда была хорошо подготовлена. К этому турниру готовились 2 месяца, выкладывались на тренировках, чтобы выиграть у команд, которым проиграли в прошлом году. И мы выполнили нашу задачу. Очень рада, что получили 3-е место. Довольна командой. В августе в Цхинвале пройдет международный турнир. Сейчас команда специально будет готовиться к этим соревнованиям. По словам Инги Джикаевой, на турнир будут приглашены 8 команд из России. Тренерами югостинской команды являются Вадим Цхаврыбов, Инга Джикаева и Эдуард Кукоев. Батрас Хурьев, Александр Кочьев. Информационный выпуск сегодня.